Привет, ребята! Завтра Пасха, и нужно успеть приготовить кулич и покрасить яйца. Ну, тата, я еще ребенок, я буду готовить кулич из готовой смеси. Я понял. Нам для этого понадобится молоко миндальное, мы хотели взять масло. Масло. Кружечка для масла. Два яичка. Форма. И посыпка по вкусу, как вам нравится. Конечно же, глазурь. Да, и конечно же, глазурь. Ну что, начнем. И еще красочки. Да, точно, мы забыли про краски для яиц. И, опа, открываем нашу смесь. Что там у нее? Это обычная мука. А ты посмотри, что в составе. Там нет муки. Представляешь? Мука рисовая, крахмал кукурузный, сахар, глюкозный сироп. Дальше тут наклеечка. Это не просто мука. Но теперь мы будем разбивать яйца. А ты сладкая мука, похоже. Вечно у меня неудачно получается. Это не мешает. Ей еще рано мешает. Она вместе смешает. Хватит. Теперь можно не смешать. Так, теперь нальем. Эй, себе ты молоко забыл. А, Тоня. Эй, положи. Ну, давай я буду перемешивать. Почему такая маленькая кружечка? Потому что столько надо. Видишь, маленько молока. Теперь нам нужно растительное масло. Мама? По вкусу. Мама! Пакеты! Тут яйца. Нальем. Муку надо вниз. И еще целую. Мать. Не перемешиваем. Подожди, давай я буду. И что? И перемешиваем. Ау, как слайм. Ну все, тщательно перемешали. А теперь ждем 5 минут. Угу. А пока поставьте духовку на 180 градусов. А пока откроем форму. 5 минут полет нормальный. Это сильно не доставает. А тут их целая куча, этих формочек. Ну, можно... Вау! Ребята, а я люблю синюю. Так, напишите в комментарии, какая вам из этих формочек больше нравится. Я думаю, это. А тебе, Велеслава? А мне вот это. А это. Нам понадобится только одна форма. Я даже не знаю, какую нам выбрать. А Сияна тут тесто жрет. Я выберу вот эту. Говори, желтая. Ну ладно, желтая. Все остальные уберем в сторонку. Пришло время второй раз перемешивать тесто. А сейчас я хочу добавить немножко цукатов. По вкусу. Цукаты. Так, я решила добавить льняные семечки. Одну я решила дать своей сестричке Сияне. Вот, смешаем. Мир, не надо перемешивать. Это здесь какое-то мягкое. И что? Льняные семечки очень полезны. И мы решили сделать кулич не только вкусный, но еще и полезный. Надо перемешать. Запихиваем тесто в форму. И
Не выудяйте. Так получится. Видео это став. Лихлава.нко может все. Наш куличик почти готов, осталось только его запечь. Выпекаем наш кулич 20 минут при 180 градусов, а потом понизить ее до 160 градусов. И выпекаем до готовности. Пойду поставлю его в духовку. Готовое. Пока печется кулич, мы решили покрасить яйца. Для начала мы берем вот эти вот три красителя. И вот эти. И вот эти. Вот эти рисуем как-то. Опа. Кстати, у меня зрепнули. И выливать в каждую кружку. Я себе сам вылью. Здесь что есть. И сияна. Сияный. Золото, серебро и бронза. Все. Все как обычно. Это третье место, это второе, первое. Это первое. Угу. Теперь можно их покрасить. Мочить не надо. Моя. Вау. Я сделаю двухцветное яйцо. Еще я добавлю серебряную краску. Уже тоже не серебряный. Она у меня. И что я сделаю? Я тоже хочу так серебряную. Ну-ка, там мне тоже заучивает. Хорошо. Пока круче всего у Сияны получается. Интересно. Бронзовая ычка. Которого она будет кушать, когда найдет. А два блестящие. Можно чуть покрасить половинку. Ну как вам? Ой. Ой. Вот мое золотое яйцо, которое уже давно высохло. Много. Вот это вола. Когда у меня будет, нет, его тоже можно на бок положить. Это. Красим вторым способом. Нальем 2 столовые ложки воды. 2 столовые ложки уксуса. Но это на 2 таблетки. Но мы сделаем побольше таблеток. Значит, побольше воды. Таблетки. Да, можно я? Подожди, самое интересное. И еще две. И что мне? Маленькое. Да. И кину. Вот там. Бросила туда яйцо. И подожду несколько минут. О, какое. Хватит. Мам! Ребята, смотрите, что у меня получилось. Ну, ребята, теперь давайте его покрывать золотом. Ребята, смотрите, как красиво. И перламутром. Во, как красиво. Давай, крась. Космос. У меня будут золотые блестки. Блестки. Ого, как красиво получается. Смотрите, давай, как я. Давай, блин. Макай. А вы смотрите, дико красиво. А у меня так не получается. Да так ты побольше крась. Мне только... Потому что у меня пока что еще мокрая яичка. Так у меня и получается. А вторая мам хоть можно покрасить. А ой, меня... закончилась. Последняя. Ну, уже все закончилось. Сейчас оно высохнет маленько-то. Оно самое темное. Ну, попробуем, может, налить получится. О, надо.
Главное, Белла не покрасьте. Она не смоется. Что-то не получается блестки. Блестки? Иногда. Вау, как он поднялся. Теперь будем его украшать. Пришло время наливать на него глазурь и посыпать разными украшениями. Ребята, вы когда-нибудь делали куличи на Пасхе? Напишите в комментарии. Вот, смотрите. Ой. Вкусно. Простите, я не художник. Спасибо. Не притони. А давай вина. Будем кушать тортик. Тортик? Да, тут тортик. И тут что-то упало. И тут попало. Ну, пришло время для посыпок. Кран наш посыпки. Сейчас я тебя открою. Там готово. Ой, не байки. Ой. Мам, поди! На-ка! По Пасхе мы готовы. Поди, готовы. Видите, что внутри? Веснятина. Ура! Да. Скорее попробуем. Скорее попробуем. Очень вкусно. Вкуснее не бывает. И заметьте, тут не грамма муки. Приятного аппетита. Всем светлой Пасхи. Пока! Пока!